Всем здорово, вы на канале Никиты Крылова. Узнали, где я нахожусь, а? Я вот сам не узнал. Друзья, это Шарм-аль-Шейх, это Соха. Вы посмотрите, да, как она изменилась. Буквально здесь был, там, не знаю, совсем недавно. И что, включили подсветку? Ходил, нудел, как... А теперь все, все по-другому. Давайте пройдемся, посмотрим, что здесь еще интересного, помимо подсветки. Вот читаешь, сразу становится понятно. С Новым годом, друзья, с наступающим Новым годом. Это ведь по-другому уже, да? По-другому смотрится, смотрите. Снега, конечно, не хватает, а так было бы вообще. А, хотя вон снег, что, есть же лед, у нас же каток есть на Сухо. Вот банк только не постарался, не украсил себя. А так, смотрите, первая новогодняя елка, которую я увидел в этом году. Ну, искусственная, думаю, искусственная, поэтому запаха хвои не ощущается. Вообще очень странно в жаркой стране видеть елку. Как-то в голове не укладывается. Duty free. Место, которое влечет сотни, а может быть даже и тысячи поклонников алкоголя. Все это есть на Сохо. И ну вот у меня действительно какой-то когнитивный диссонанс. Украшено красиво, и тут такая травушка-муравушка зелененькая. Наверное, в новогоднюю ночь творится что-то трындец просто, я даже представляю. Вот я, кстати, если бы Новый год праздновал в Египте, думаю, что отправился бы именно сюда. Она такая самая-самая атмосферная улица сейчас. Смотрите, возле катка елка еще одна, рождественская ярмарка. Ну, да честно говоря, посмотрите в ваших городах, мне кажется, не во всех такое есть. А тут в Египте, ребята, в Египте готовятся к Новому году. Кстати, интересно, а они вообще какого числа Новый год отмечают? Также у них календарь не так, потому что я знаю, в Таиланде там совсем другая история, да? Но здесь, скорее всего, с нами как-то все совместно идет. Фонтан, обычно он выделяется, да, а он сейчас как-то и не смотрится даже. Но мне он сразу не понравился, поэтому я не расстраиваюсь. Вот так все здания в какой-то подсветочке. Это я вам скажу, они, конечно, постарались, это они молодцы. Здесь пальмы искусственные, там пальмы живые, и все подсветки. Гуляют даже белые медведи. Привет, привет! Самые настоящие белые медведи, ребята, по Египту гуляют. Ничего себе. О, снеговик. Как его? Олух зовут, да? Я не знаю, как это видно, но очень-очень классно здесь находиться. Такой какой-то свет. Красиво. Это однозначно, да, самое такое инстаграмное место, наверное, сейчас вообще во всем Египте. В эти особенно новогодние праздники, потому что... Ну, потому что вы видите. Потому что все и так наглядно понятно. Так, что я вообще, кстати, пришел на эту улицу? Не просто так пройтись. У меня проблема. Закончился интернет. Покупали эти салат, мобильная связь. И сейчас попытаюсь найти его. Есть здесь или нет вот официальные магазины. И узнаю, кстати, вот насколько можно минимум пополнить для того, чтобы продлить удовольствие посиделок в интернете. Ой, я даже не знаю, что это за герой такой. Ничего себе. Алло. Настоящая пицца в печи, смотрите. Шавуха, все здесь делается. О! Так что можно голодным идти спокойно. О, и концерты даже какие-то проходят. Самый кайф, да, этого места в том, что как раз-таки ты можешь не просто стоять и слушать, а посидеть спокойненько, кальянчик. Вот ребята правильно делают.
в общем, расслабиться. Первый раз не почувствовал вот эту соху, я бы так сказал. А сейчас вот все подсветка, когда все так складывается. Мне здесь нравится, здесь по-своему хорошо, вот по-своему. Старый город одно, Нама Бэй другое, а здесь свое. Вот своя атмосфера какая-то создается. Итак, получается, вот возле сцены есть у нас оранж, есть водофон. А эти салат я не вижу. Хо-хо-хо-хо. Это интересно. Проверим, проверим. Наверное, должен быть. Помнишь, ты в прошлом видео ныл, что тебе подсветочки не хватало? Да. Вон, иди радуйся. В то же место, ребят, в то же место иду, поставлю кадры до и после, надеюсь, получится. Попытайтесь отгадать, что над моей головой. Ну, конечно, многие понимают, что это фонари, но представляете, насколько было бы красивее, если бы они все-таки работали. Ну так а что, оно действительно как будто не радостно? Ты посмотри. Радостно тебе с такой подсветочкой? Мне без подсветки было нормально, и так нормально. Это ты тут ходил? Ныл. Слушай, ну имею право, мне с подсветкой намного больше нравится. Смотрите, тут уже не только подсветка, а вот гирлянды всякие, шарики. Ну красиво, слушайте, реально красиво очень сделали. Я сюда приехал за кораллами, а не за подсветочкой. А я сюда приехал за подсветочкой, я ее получил. Нет, ну классно, ребят, ну действительно классно, когда ее включили. Чего и раньше это не сделали? Если нет коралла, то отдых будет испорчен. А если есть кораллы с подсветкой, то это вообще топ уровень. Да. Посмотрите, подсветочка влияет не только на меня, насколько больше людей стало. На Сохо, кстати, да, ночных клубов еще немало. Какой-то Пандака, не знаю, как правильно называется. Вот Oxygen Bar, еще Ice Bar. Короче говоря, потусоваться есть где. И сегодня, на самом деле, намного живее, чем я был раньше. И поэтому вообще не узнаю улицу. Прошелся, посмотрел, все есть, кафешки есть, кальянные есть, есть банки, есть разные салоны мобильной связи. Ну вот, кстати, эти салата нет, это мне сказали в магазине Водофон. Вот, поэтому сюда можете за этим именно не ехать. Есть каток, я уже рассказывал, я уже показывал. Есть самое главное, вот эта новогодняя атмосфера и...
И вера, что чудо случится, особенно когда ты видишь, что где-то в Египте посреди пустыни вот так вот умеют украшать улицы. Ребята, Сохо официально готова к Новому году, поэтому можно сюда спокойно рвануть, можно здесь его отпраздновать. И вот мне почему-то верится, что это будет по-настоящему круто, это будет настоящая бомба. Поэтому погнали, погнали все вместе. Может быть сюда, может быть куда угодно. Ну необычно, еще до Нового года, да, какое-то время есть, а уже как-то ты идешь. И почему-то оно здесь, какое-то настроение новогоднее к тебе приходит. Все, всем пока, всем хорошего настроения, подписочка, колокольчик, это уже по вашему желанию. Всем до свидания, пока-пока, погнали!